Привет всем из Алании. Люди, уже солнце, к сожалению, зашло. Такой красивый закат был. Сегодня совершил большущую прогулку. Сил никаких нет. Просто уже по Кистелю дошел дальше среди центра, вернее, не середины. 7:23 время. Роман Антик и White Gold. Сейчас на пляж спустимся. Я включился показать, сколько людей просто вот здесь у нас. Просто толпы реально людей сейчас. Просто реально толпа людей ходят по набережной. То есть туристов уже очень много. И людей, естественно, стало еще больше за счет иностранных туристов, за счет русскоязычных. Роман Антик, пока не знаю, когда открывается White Gold. Видео есть уже на канале. Кистель мы будем смотреть в ближайшие пару дней. Не сегодня, потому что его надо грузить. А видео вчера много очень я наснимал с пляжей, с парков, с набережной Клеопатры. Мы пришли с дальней Клеопатры. На Дамлатаж. Короче, очень много всего было отснято вчера. Смотрите, до сих пор даже солнца нет, людей полно еще даже здесь у нас на пляже. Не работающего White Gold. Вот, постепенно люди идут уже с моря. Людей очень много купающихся людей. Видео с погодой выйдет через полчасика или через часик после этого. Очень много сегодня купающихся людей. И вода сегодня в некоторых местах ближе к 20 градусам. То есть, ну реально. Еще если так продержится несколько дней, то даже Ромка, наверное, будет купаться. Вот. День сегодня просто обалденный. Видите, он куча людей, которые провели весь день на море. И все, с вас лайки. И не забывайте, что мы смотрим, продолжаем смотреть Клеопатру. Еще очень много видео будет и сегодня, и даже завтра. И смотрим то, что я наснимал в Кистеле сегодня. И дорога в Кистель. Вот этого места мы прошли в Кистель до центра, туда, до того фонтанчика каменного, до Dream Beach Cafe. И произвел я также закладку магнита второго. Об этом видео будет чуть позже, тоже сегодня к полуночи, наверное. Все, с вас лайки, пока всем.